Доброе утро! С вами Кристина, инструктор Пилатес. И сегодня мы сделаем упражнение для укрепления мышц живота. Для этого принимаем положение лежа на спине. Стопы стоят на полу, колени согнуты, таз и поясница в нейтральном положении, позвоночник вытянут, плечи опущены, руки кладем за голову. Стараемся руками надавливать на макушку, локти слегка сгибаем и немножко заводим их к себе, чтобы они оставались у вас в зоне видимости. Шея вытянута, макушка также вытянута назад. Важно при подъеме не прижимать подбородок к себе, а оставлять шею и макушку вытянутой. Поднимаемся с выдохом. Мы делаем вдох. И с выдохом приподнимаем верхнюю часть корпуса, стараясь оторвать плечи и лопатки от пола. Со вдохом опускаемся. Снова выдох, подъем. Вдох. Опустились, выдох. Вдох. Опускаемся. Важно все время держать мышцы живота в напряжении. Даже когда вы опускаетесь, все равно живот все время напряжен. Еще раз делаем вдох. С выдохом подъем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся. Повторяем упражнение минимум 8 раз. Далее делаем упражнение косое скручивание. Мы также делаем подъем, но сейчас при подъеме будем поворачивать корпус и стремиться правым плечом к противоположному левому колену. Тянемся именно плечом, а не локтем. Делаем вдох. С выдохом. Подъем. Вдох. Выдох. Меняем сторону. Вдох. Опускаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Следим за головой, не вытягиваем шею вперед и не прижимаем подбородок. Также повторяем по 8 раз. И теперь переводим ноги в положение тейбл-топ, перевернутый стол. Мы отрываем стопы от пола, переводим их в положение прямой угол. У нас бедро голень создают и голень параллельно полу. При этом обязательно напрягаем мышцы живота, убираем прогиб поясницы. Руки также у нас за головой, локти слегка сведены. И делаем косое скручивание, тянемся плечом к противоположному колену, при этом стараясь выпрямлять ногу. Вот таким образом. И стараемся не раскачиваться, не менять положение корпуса. Делаем вдох, с выдохом подъем. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. При подъеме старайтесь не менять расстояние между ног. Также повторяем по 8 раз в каждую сторону. Эти упражнения помогут вас приблизить к желанному плоскому животу при регулярном выполнении. Начинаем с 8 повторов каждого упражнения на каждую сторону и постепенно можно увеличить их количество. Всего доброго, будьте здоровы!